Саратов, обязательно посетите турбазу Ассамблея, так сказать, забронируйте хотя бы на сутки этот домик, поверьте мне, вы кайфанете просто нереально. Ритос, этот купальник не идет, надо что-то брутальное. Ну, мне нормально. Я не люблю, вообще я бы голая ходила с радостью, если честно. Я бы вообще голая была. И то мне купальник слишком много. Я бы вообще, мне кажется, знаете, с радостью вот так крестик на сосочки бы приклеила, и было бы замечательно. Ой, здесь по поводу, понимаете, у нас здесь, так как мы праздник отмечали, да, и... Мы здесь немножечко отработали по бартеру, договорились, да, со скидочкой договорились. Вот, плюс у меня еще друзья, они рекламщики, и нам сделали хорошую скидочку. Вот, а так нужно сюда звонить, в зависимости, это будние дни, либо выходные, тоже очень важно. Но реально это стоит того, к примеру, заехать в компанию, вот в такой дом, к примеру, да, то, я думаю... Человек 15 может поместиться, ну то есть 100% найдете место до человек 15. И вам вот такой вот домик может выйти, к примеру, всей компании, к примеру, даже элементарно там всей компании, там, я не знаю, может быть, на 2-3 суток. Ну, потолок вы каждый сложитесь, если будет компания 15 человек, потолок вы сложитесь, может, ну, по 1500, блин, за 3-4 дня, отвечаю. Привет, Вишенка. Привет, солнце мое. Привет. Фиговые листочки припиздячить. Звезду. Да, честно, вот на самом деле, ребят, я, ну как сказать, я вот купальники, вот мне было бы хотя бы веревочка, можно кругляшочек и веревочка, и все, и достаточно. Но если я буду так ходить, вообще все охуеют, если честно. Я так-то хожу в обычном купальнике, все охеревают, да. Вот, я не люблю вот эти... топы, к примеру, ну, там, знаете, бывает, там, ну, девушки одевают такие, знаете, шорты, такие топы, я не могу, меня это сковывает, мне, наоборот, хочется снять, я не люблю, когда что-то сдавливает, я люблю, чтобы мы гуляли, я люблю, когда мои щеченьки гуляют. Да, видели, каких сегодня я, это, рыбешек, двух самов-то поймала, какие два сама-то лежали на дне, ага, по соточке килограмм каждый, привет. Бухает, как огурец. Ну, понимаешь, жизнь алкаша, она, знаешь, это тяжелая работа. Мы уже пропиты, пропивать нечего уже, потому что. Поэтому пьешь и уже не берет. Учитывая, что сегодня я поспала. Во сколько мы там легли спать? Мы, наверное, под утро, да, только. Крис вообще не спала, потому что мы ржали, как кони. Вот. Я ни на кого не стараюсь быть похожей, я такая, какая есть. Ну а то, что я похожа на мужчину, что ж поделать. Вот так получилось. Порыбачила бы так, ну реально, это круто, да? Только рыбачить подошла, такая, хоп, наловила себе самов. По этой ёбнутой ступеньке спускается. На так, на самом деле она кажется страшной, На самом деле ничего страшного нету. На самом деле реально ничего страшного нету. Готовим самов. Да вон один сом опять ловит рыбу. Да, все верно. Все верно. Быть алкашом нужно очень хорошее здоровье. Вот. Сейчас наши сомики готовят баньку. Но я, конечно, в баню не пойду. Я не хожу в баню, потому что я высокие температуры такие не выдерживаю. Кошечки сами с собой, мы вчера съездили, посмотрели, все хорошо, вот. Светулечка, они с девчонками там в домике, они возле окошечка, я в сторисе сняла, хорошо лежат на качалочках, качаются. Какая следующая татушка? Ну, пока что нужно спину хорошенько доделать. Потом татушка вот здесь на руке, рукав пойдет, потихонечку рукав будет второй делаться. Надолго вы там? Да нет, вот уже либо завтра, либо послезавтра. Мы хотим еще завтра остаться на суточки, потому что в этом доме реально потрясающе. Отсюда не хочется вообще уезжать. Вот реально чувствуешь в этом доме себя как дома, реально как дома. Просто все удобства, абсолютно все в этом доме есть. Если вы, к примеру, ну, будете бронировать этот дом, да, то ничего с собой брать не надо. Здесь все есть. Абсолютно все есть в этом доме. Ничего с собой брать не надо. Бухать-то вам не хухры-мухры, да, все верно, это реально не хухры-мухры.
В этом доме не страшно девчонкам спать. А почему в этом доме должно быть страшно девчонкам спать? Здесь, во-первых, закрытая территория полностью. На ворота, на пульте закрывается полностью. То есть у вас закрытая территория со своим маленьким, так сказать, даже пляжем. Пришли пенсии, привет! Ты что трезвая? Да ну я вообще-то и не напивалась. Я что-то бухаю, что-то никак не берет. Уже пропилась вообще. Я уже проалканизировалась вся, походу, полностью, и уже не берет. Я и водку с Red Bull, и виски с колой, и пивищем. Я вот так вот все захлебывала вместе, пила. Похую вообще. И даже дверь открыта. Ну, походу, понимаете, это уже опыт. Знаете, пропитый человек уже не пьянеет. Не, ну посмотрим, к Марье Васильевне приеду, она меня там 100 пудов споит. А ты бываешь пьяная в дрын да дым? Ну, бываю, но это так редко. Это крайне редко. Готовишься к 7-му? Да, лаваш. Надо же стаж. Я ж мать. Должна показать пример своим детям, как надо бухать. Давно пиздите? Нет, только сейчас зашла. Как в сухую землю. Ну реально, как в сухую землю заливается. Нет, вроде как будто еще что-то есть. В доме есть все, девочки. В доме есть все. Ну вот что вам нужно? Спросите, задайте вопрос. Есть все. Тарелки, вилки, ложки, стаканы. Стаканы даже такие для пива стаканы есть. Телевизор, кабельные, даже камин внутри, бассейн, сауна, баня есть, полотенце, все здесь есть. Постельное белье вроде тоже есть, да? Все постельное белье лежит. Постельное белье тоже все есть. Ну, только телефон до зарядки берите с собой и все. Любимое место в Саратове? Я уже знаю, вот здесь. На Турбазе Ассамблея в домике этом. Мое любимое место. Фен есть, на втором этаже фен есть. А на первом есть, ребят? Не смотрел? Я на втором сушилась. А? На втором сушилась, где наша комната? Да, на втором вот этаже, где комната наша есть, фен висит, да. Ну, убирают, конечно, убирают, да. Вот прежде чем сегодня заехать в домик, его прям полностью убрали, почистили. Бассейн полностью почистили, вымыли бассейн полностью, и мы заехали. Это Энгельс, турбаза. Турбаза Ассамблеи. Я ее в сторисах указывала. Если что, промокод Дьяволята можете указывать, потому что как бы иначе не попадете. Ну, потому что как бы, ну, ничего не работает вроде бы, как бы, да, типа, у нас самоизоляцию продлили, вот. Поэтому по промокоду Дьяволята говорите, и вас проконсультируют. Ну, это Энгельс как бы считается, ну, как бы Саратовская область, все это вместе. Да, я впервые, ребят, в этом месте, впервые, да. И то у нас, знаете, мы вообще планировали Светочке на день рождения справить. Вообще дачу хотели снять. Дачку просто, хотели дачку снять, дом. Но реально вода не сходила еще. Дача была затоплена. Я около 2 недель звонила человеку, хотела поехать посмотреть. Но он говорил, что вода не ушла и невозможно было посмотреть. И вот буквально последние дни, прям вот пятница, да. И буквально во вторник Генка мне говорит, типа, что Волгу сбросили. А нет, в среду точно. Он мне пишет, что Волгу сбросили, типа, нормуль, все. И тут я Лидосику тоже, подруге, говорю, Лидосика, узнай, говорю, на турбазе Ассамблеи. Вот, есть ли места там? Вот это в последний момент решилось. Надо было заранее, реально, ребят. Надо было, ну, знаете, умная мысля называется, приходит опосля, реально. Вот, блядь, пока индюк в задницу не клюнет уже. И прям мы в последние дни просто решили здесь. Потому что мы вообще уже думали, все, в Балаково поедем. На пустынные опять поедем. Думали, что и Светочки на день рождения на пустынном будем справлять. Вот, нет, оказалось, есть местечко. Вот, и так вот супер все получилось, реально очень все спонтанно. Здесь реально, ребят, вот просто я вот сижу, вот как бы вот, сейчас покажу. То есть вот мы на понтончике, вот и на стульчик тут сижу. Вот наш кальянщик Алексей, вот тот самый Сом 100-килограммовый. Сом. С усами. С усами, да, братко. Вот, такой вот пляжик свой собственный здесь вот есть. То есть там все закрыто, там машина стоит. Здесь понтончик спускаешься. Вот. Там тоже дачи, и там тоже дачи. Ну, то есть вообще класс.
посуду можно прыгать было. Реально, очень круто, девчат. Если кто-то приедет в Саратов, реально, прям вот я вам советую. Ну, прям в этот домик. Хотя мы были в сырном домике, тоже классно. Но, конечно, здесь этот дом не сравнится ни с одним здесь из других дом. Еще дом «Три медведя» хороший. «Три медведя», мы его тоже смотрели, потому что по планам было именно на этой турбазе справлять день рождения хоум-тренинга. Но теперь мы перенесли это на следующий год, и в следующем году день рождения хоум-тренинга, надеюсь, что все будет хорошо. Никакой опять, как в этом году, хероты не произойдет, и мы на турбазе ассамблеи будем справлять день рождения хоум-тренинга. Видел бы ты себя. Комары кусают? Ну, они есть, конечно. Видел бы ты себя. Есть, конечно, комары, мы брызгаемся. А я из парилки. А, ты выходил в баню? Да, до конца июня продлили, да. Что там? Братко точит? Не знаю, братко, что точит, спрашиваю тебя. Сырок. Сырок хуярит. Я тоже захуярю сырок. Нас от комаров тут нет случайно? Какой дом обученный? Да, я уже окна в комнате закрыл. Ой, блин. Как попасть на тренинг? Очень легко. Пишите вот по этому номерочку и все. Ой, отмена. Вот по этому номерочку пишите WhatsApp. Вот, и можно присоединиться к дьяволятам. Нет, потыкал этот табачок. Что вы тут рядышком? Нет, на остатке. Кальянщик занят, да. А что? Холостой ли кальянщик? Не. Я не знаю, у нас тут холостая только вон братко. Еще нет. Шнасти и Сашка. Да, Сашка? А? Сашка, женщина нужна тебе? Что надо? Женщина нужна тебе? Это у вас два Сашки, один холостой, один холостой, один заряженный, да? А? Кальянщик занят. Баба прибежала. Баба прибежала. Кальянщик занят, прибежала. Да, можно бабу найти. О, Ольчик, привет, моя. В смысле, а куда пустит? Ты в Саратов хочешь прилететь? Или куда? Санек? Свободен. Вон он. Гангбой наш. Как девочки, гангбой. Гангбой. Ганденбой. О, у нас лечит, девчонки. Кто хочет в родню-то записаться? Он сидит свободный. Барика показать? А вон он стоит. Вон он, пыхтельно. Еще один сом 100-килограммовый. Почти 100-килограммовый. 90. 90 кило, почти, говорю, 100. Так, блять. Все, видишь, бабы мужиков разбирают. Видишь, смотри, сейчас пойдут по рукам. Все. Тобой? Леха занят тобой. Леха занят, блин. Да, Соня сказали. Пишет, а можно всех посмотреть? Можно всех посмотреть. Смотрите, прям вот, как на подбор. Сними дядька Черномор. И сними дядька Черномор, братко. Дерзкий, дерзкий, как пуля резкий. Блядь! Разбираем! Ну, разобрать только Санька можно по запчастям. Как, блядь, на Барика рот не разувать, блядь! Вот, смотрите, женщины вон орут, смотрите, бабы. Видите, бабы уже орут. Давитесь, чем есть. Только я. Давитесь, чем есть. Я выбираю, говорит, Черномора. Я светлый. Либо я, либо ни хрена. Ну, либо Сашка, либо, увы, ничего. Как бы, поэтому берите, что есть. Вот сколько осталось, только берите. Все, поздно. Не злите, баб. Поздно обращаются просто. Лет на... А марафона у нас сейчас нет, девочки, только хоум-тренинг. Девчонки засуетились, не говори-ка, оживились-то как, а? Хуй на воротник всем! Бабский срач, да? Бля, тоже ты будешь его есть. С днем рождения именинников. Именинники, с днем рождения. Душевно душу. Скоро Саратов вздрогнет. Ой, да, если день рождения хоум-тренинга мы здесь будем справлять, мне страшно. О, да. Ты парень?
Так, есть недопитые пиво? Я к трене вернусь 20 июля, когда отпуск закончится. Забирай, мое, забирай, я уже все. А, вот еще есть. А, слушай, ветерок пропал, да? Ветер пропал, и тепло сразу стало, кстати. Если я в обморок упаду в баню, ты мне тоже выпишешь. На Санька еще раз взглянуть можно. Сань, так тебя рассматривают, ты давай попрезентабельней, блядь, будь, а. Ты чё, блядь? Эй, Вася, не клоуничай. Презентабельнее, давай, Саня, иди той налево. Я не знаю, пойти утонуть. Лот номер один. Александр. Топ-1 вообще. Из Новосибирска. 20 с чем там тебе лет? А, я думал, ты рублей. Ну, короче, не важно. 120 рублей. В минуту. А, в минуту, ладно. Минут неплохо уже, да? Уже что-то больше. Саня — это юморист. Я говорю, ему надо реально, Саньке нужно стендап. Я всегда говорю, Саня, тебе нужно с твоим юмором реально стендап. Огласите весь список. А на этом он закончился, лаваш, список. Все. Один список только остался. Разбирай, а то и это заберут. В смысле, меня недостаточно? Плохие бабы. Меня недостаточно. Есть такая поговорка, мал да удал. Страховая цена, бери больше 1000 евро. Я думаю, надо будет что-то такое. Ну что, Санька никак не женится? Ну вот, пожалуйста, я вам презентую его, ну-ка разбирайте. Кто там будет в родне-то, а? Привет. Привет. А можно перенести трансляцию в сауну? Сауну трансляцию. Я думаю, там сразу запотеет. Да, там все запотеет сразу же, а ребят. Что, в сауну? Голые? Санька, надо покормить, говорят. Не, не надо. Андрюх, соска. Можно про братко? В Александра Суит. А вы хотите еще один лот свободный женского пола рассмотреть? Есть лот женского пола. Хотите? Могу презентовать. Её... Неплохая сосочка такая, между прочим. Её... Характерная, правда. Ты давай сейчас на нее все переключимся. Так, что, боишься конкуренции, что ли? Сейчас я туда уйду. Ее вкусы весьма специфичны. Будет у вас воротники хуевые. Привет, мамуля! Вы зашли, и у вас, я думаю, больше не должно быть вопросов. Он там пишет уже. Русская рулетка. Инга, Сашку забираешь? Забираю, да. Инга, Жакоби 8. Так, напиши мне в директ. Че засуетился? Подожди, я должна познакомиться. В какие руки я тебя отдаю? Плевать? Инга, ему все равно, он готов уже отдаться. Там раз, два, три было, все, я пошел. Рита Гузеева в прямом эфире. Рит, а? Вот на какой гуляночке надо ходить. Она кого-то утонет сейчас. Не-не-не, она специально такая. Она плывет, тихоходочка, как будто сейчас утонет, смотрите. Не, она длинная. Это она издалека такая, кажется. Вот. Топ почти в воде. Чуть дернул и потонул. Сашка бы напугался. Нет, я бы обосрал. Как правильно, когда лодка выходит. Семен лайкшоп, а Сашку не трогать. Сашка не трогать. Когда там уходит, когда лодка выходит на что, на глиссер, глиссер, да. Это же что-то на гляне. Ну нет, Никита, но гулянка на глиссер никогда не выйдет. Бутыли отдай на съедение. Жених, иди смотреть тебя хотят. Я пошел. Вот он. Смотрите, симпатичный, постриженный. Давай попонька виляй. Видите, смотрите. Смотрите, попка заживала штанишки.
Аукцион устроил. Женщина. Такая. Боже, какая палоша. Видели походку какую? От пидра. 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 От ведра. От ведра. Смотрите, как он может вирлять, а. Он скромный очень. Сашка очень скромный. Убежал. Именинница в доме, там, потому что она уже подзамерзла здесь. Но он не горит. Походка огонь, да? Он не горит. Да, походка. Невесту? Невеста вон сидит. Ты что, продажу мужиков устроила? Как тебе так мужа на сохранение? Сдашь же? Распродажа мужиков. Я распродажу Санька так устроила. Не распродажа, а аренда. Так, у Сани рост метр сколько у него? 1.92 Метр 1.92 Вещи собирать, походу, побежал. Скоты. Вообще. Скоты. Соня. А что? Это... Время тяжелое, денежек нет. Так. Надо как-то выкручиваться. В розыгрыш уже разыграем. Кто самая прыткая заберет? Давайте разыграем. Кто самая прыткая лань заберет нашего самца под свои сисечки? Вообще, наличие уже было бы успешно. Нет, еще Саню не отдали. Саню не отдали. Чемодан, Сань, ты чемодан собрал уже? Я пешком пойду. Он говорит, пешком. При чем тут? Чемодан-то собрал с трусишками. Трусы должны быть чистые, не забывай. Блядь. Понял? Блядь, такой. И трусы чистые. Короче, сдаем билет на самолет. Куда баба? Сдаем Саню, да? Смотрим, откуда, короче, там хотят забрать, туда и отправляем Магаролю. Кто больше Барби сделает, тот и заберет Саньку. Кто круче титьки подкатит, та и победила. В Москву пешком. Обосранных придешь. Ты мне не понижай там цену-то, а. Нормально, мне место сама ему трусы купит. Тоже верно, тоже верно. Или сошьет, да. У кого больше титьки, тот и выигрыш, ага. Нет, есть только женский лот. Женский лот есть у нас. Женский лот не разыгрывается, только разведен. Что Саратова сделает, ага. А, есть Сосаня, лот. Есть Братко, лот. Братко не лот. Братко разведен, не лот. Братко пилот. Немного БУ, но. Братко немного БУ, да. А, типа да. Замужем? Была замужем, поэтому немножечко БУ. Да. БУ, а с опытом? Да, да, с очень большим опытом. Точно. Реально, с очень большим опытом. Вы ее ничем не удивите, никогда. Она видела в этой жизни все. Да ладно. Все, да. Вот как надо мужика всего охранять, Рит. Вот, блядь. Сидеть. Женский лот. Ну вот, сидит женский лот. Братко, женский лот. Номер один, с очень большим опытом. Опытом. Ну да, мужчины на каблуках меня уже не удивят. Понимаете? Мужчины на каблуках ее уже не удивят, если что. Мужчины с большим опытом. Это сейчас меня как девственника нахуй туда дают или что? У меня есть опыт в романе. Привет! Я там как бы баньку уже, в принципе, неплохо готова. Можно уже идти. Мне с Асанью, братком моего мужа распределили. Вот уже распределили, неплохо. Вот сейчас, а я А девушки удивят? А девушки удивят? Не пробовала. Еще не пробовала.
Вот, наверное, единственное, что может удивить. Один лот красивый. Так что, первый собирает, нет? Я покушаю. Я собираюсь, нет? Не так, идти. Сашка уже все, уже намылился уже. Куда идти, девочки, адрес да, говорите. Да. Куда подвигаться там, ему? Там, во-первых, уже она подошла. Да? Привет. Как у нас, наверное, ужин уже будет. Да, да. Женихов к нам. Курица. Надо срочно приготовить. Давайте. Нет, сейчас ветер утих, стало теплее. До этого был ветерочек, становилось прохладненько. Сейчас ветер утих, вода прям в штиль и прям хорошо стало. Ну и комарики полетели. Сань, пойдем мясо жарить. Я с вами поставлю рядом. Давайте, мужской коллектив. Можно начинать заниматься с... Да вообще, в принципе, неделю отдохнули и можете... Восстановились недельку и можете начинать заниматься. Вы за поправку, Конституции против? Против. Ну, по крайней мере, я еще ни одного человека, реально клянусь, ни одного человека не встречала, кто был бы за. Блядь, заебались. Давайте, ребят, чин-чин. Давайте, что ли, тоже чин-чин. Че сидим тут? Сиськи греем. Вот отсюда жевать легко, да? Давай я тебе холодненько принесу, а себе вот это. А че это? Ну, ладно. Да? А мужчин программу тренинга принимают? Конечно, Влад, конечно. У нас и только парни это... тренируются, и мужья с девчонками тренируются. Это... Если выдержишь, ради бога. Ну, потому что не все мужчины выдерживают даже. Да, кстати, Сашка тогда мыл. Да. Заодно этот сам. Отпуск, Сюзан, отпуск. У Светочки день рождения и отпуск у нас. За проститут, но если только за проституцию. А какая сзади просто зависит? Согласна, фитнес-клуб, согласна абсолютно. Я и говорю, какая тут нахер разница, если уже все решено. Это, знаете, чисто такая, знаешь, формальность уж прям. Такая, знаете, чисто формальность это все. Привет. Приди к дьяволятам, получи место в аукционе среди баб. Действительно. К Марье Васильевне числа 9-10 стартуем. Да, легко. Ты меня нагрел на пиво. Я рассталась со своей женщиной. Так больно. Дай совет. Ксюш, да отпустит это все. Ни первое, ни последнее отношение. Господи, не зацикливайся ты так. Ну да, больно. Ничего, переживешь, пройдет время, успокоится. Отвлечься тебе просто надо. Иди с друзьями, бухай и отдыхай. Просто нужно отвлечься, и все, и отпустят. Все мы и заниматься да, спортом. Все мы, как говорится, переживали расставание, вставание, так сказать. Жизнь на этом не останавливается в любом случае. Никогда. Вот уж жизнь точно не останавливается. Она останавливается только в рабу. Лондон, привет. После жесткого бухача можно тренить? Не, ну конечно, нежелательно. Желательно отоспаться. Но если вы отчаянная, даже никто вас не удержит. Пусть Ксюша ко мне приезжает. Девки, вы что там уже? Вы уже там это все, да, скарифанились, да, уже сейчас друг к другу поедете. Пусть Ксюша ко мне приезжает. Ксюша, смотри, тебя уже зовут в гости, какой грустить? Вон тебя девчонки уже зовут, а? Ксюх, ну вон смотри, девчонки тебя уже зовут, спешись там и все, и прибухните. Это, и заебись все будет. А? Откуда же армия такая, вот в бутылок? Не знаю, выпили. Выпили? Когда? А если не успеешь отоспаться, ну не повезло тебе. Ко мне тоже можно приехать. Ксюха, ну вообще ты смотри, тебя девки зовут уже. Смотри на расхват. Привет, привет. Все в Москву. Кому? Да Ксюха, вон, читай, девчонки пишут. Вон, прям нажимаешь на ник и пишешь сообщение. Привет, я Ксюха, можно в гости? Выезжаю, да? Ха-ха-ха.
Новосибирск, привет. Много алкашки выпили за выходные, да. Я слишком. Очень много. Но мы если пьем, мы составами пьем. Очень много. Здесь многие в шоке, когда мы завозим алкашку. Они просто каждый раз у них вопрос, как у вас это влезает. Да вообще как в сухую землю. Просто аперитивчик. Ксюха, ждем тебя в Екатеринбурге. Перезагрузим тебя как следует. Уан Ксюх, в Екатеринбург уже зовут. Ёптеть. Привет. Курск, привет. Новороссийск, привет. Скоро приеду. Скоро приедем. Как со своей познакомиться? Ой, это честно, очень длинная история. Этому целый эфир надо посвящать прямо от начала и до конца сидеть рассказывать. А познакомились, на самом деле, если так по-простому, по-быстрому, ВКонтакте. Познакомились ВКонтакте, вообще проще некуда. Сань, тебе даже ночью солнце светит, я смотрю, да? Да. Бесстыжие глаза свои скрывает. Бесстыжие, ага. Приезжайте в Крым, хотим, ну, как бы мы не можем разорваться сразу и везде, так сказать. От притреника есть побочка? Да, может быть, может не подойти вам. Нужно свой притреник, свой нужно найти. Я свой притреник искала, я прям вот вам честно клянусь, очень много лет. Потому что, во-первых, у меня гипертония, вот, и найти свой притреник крайне, ну, блин, сложно. Я очень много притреников перепробовала, пока не нашла свой. О, братко, я уж думала, что у тебя пиво перешло. Да, блядь, там это, в морозилке пиво было, я его перекладывала в холодильник. Любимая алкашка, мы тут все алкаши. Мы тут все алкаши. Не привези, я у тебя любимая. Может, имеет ввиду алкоголя напиток? Коты одни дома не косячат? Нет, мы вот приезжали. В воскресенье, да? Мы в воскресенье вот приезжали. Конечно, потому что кое-кто самый главный бандит. Что был? Да, сам главный бандит заперся. Вот, да нет, нормально все. У кого-то просто глаза залитые вот в очках. Ну, возможно, да. А в Пятигорске были, да. Я в детство приезжала в Шаумян. Вот, в Пятигорске также у меня родственники живут. Ты же с вами побухала бы. Спасибо. Привет. У меня 3 кошки дома. У нас 7. Краску от волос, да, конечно, спрятали, да. От нашего Дина надо вообще все прятать. Он вор еще тот. Он ножи, вилки. Все, что не приколочено, и даже приколочено, он будет пытаться оторвать. Он все тырит. Какие, ребят, детки? Иди твой налево, господи, а. Нет, какие детки? Давайте. Чин-чин, ребят, сейчас надо подливать. Здесь, наверное, надо свет включить, вот эти фонарики. Как-то. Я не нашла выключатель. Это вон там Александр какая. Вот ты глянь, сидит и сосет. Ну ладно, сосешь, соси. Рита, давайте устроим общий выезд куда-нибудь. Какой общий выезд? Мы с девалятами этим летом, ну, неофициально, конечно, но выезжаем тоже отдыхать. Сколько еще на базе буду? Ну, мы либо завтра, но я хочу, чтобы мы завтра еще побыли здесь. Надеюсь, в среду мы обратно. А в четверг, 25-го, мы уже летим в Питер. Нет, никто не хочет. Ни я не хочу, ни Свет не хочет. В этом мы с ней сошлись. Очень хорошо. Вообще, ты детки есть на минуточку, блядь! Нет, у меня есть дети, да. Про племянников твоих, почему все так забывают? Ну, потому что многие заходят первый раз, возможно, не знают, что у меня есть племянники, как бы, но они есть мои основные такие, ну, как бы, дети. У меня еще целая рота детей. Рота целая детей, их там. Сколько их там? Дофига их там.
Ну, пока что они сами по себе дома. Ну, мы ж в городе находимся, мы ж никуда-то уехали. Мы можем сесть да приехать домой спокойно. Тут не проблема. А вот когда мы уезжаем, то вот Лидосик, братко, друзья наши приходят, следят за ними, проверяют их. Ага. И еще подруга, тоже знакомая наша. Все до сих пор не могут забыть, как я... Рита, кто вы по образованию? У меня высшее физкультурно-педагогическое образование. Потом среднеспециальное образование, менеджмент организации, плюс курсы, оконченные курсы. Это нутрициология, нутрициолог. Братко, ты что там делаешь? Иногда читаю. 30 лет, пора. Да, я многодетная мать. Привет, привет. Котлов всех не хватает, не хватает новой. Привет. Да, уже не рота, уже армия даже, уже армия. У меня дети по всей России, да. Рожать будешь? Да, точно по всему миру, это точно, да. Почему просит? По всему миру. О, кстати, ты просил свет? Привет, о, Сканар, привет. Всех золотых мы поймали, всех ал поймали, всех. А, про магазин забыл сказать. Чё? Про магазин еще скажу, что у нас пополняется ассортимент. А. Вам блин, почти все сообщения хоть что-что? Вам картину? Прости мое сообщение хоть одно. Семен. Саш, блядь, да ты шо ж, блядь, худой нахуй, гремишь, блядь. Я перепрыгиваю. Как будто, блядь, кости твои гремят все. Страшно. Да не говори, я каждый раз готовая, каждый раз, блядь, подсираю. Светику тоже привет, хорошо. Дай титьку. На, титьку тебе. На мою титьку. Вот так вот все дети сидят. Титьку у матери просят, а у меня их только две. Да вы про детей говорите. Тут целая армия, мои титьки обсосали. Вы говорите, где титьки? Высосали мои титьки уже. Все высосали. Да это просто железяк гремит так. Ты пойдешь в сауну? Не знаю. Я не особо любитель, поэтому не знаю. Вот-вот, досасывают остатки. Я не знаю, я уже и так, и так. Да ёпть, комары уже. Да не, надо идти за эту штуку. Вы переехали аж с земли, прижились там. Ой, нам здесь хорошо, мы бы не уезжали никогда отсюда. Сейчас Аня придет, мы его... Даже... Сосуны троглодит, ага. Отсосали у меня всю. Все у меня отсосали. Я отсоска бегающая какая-то. Отсосанная мать. Обсосанная. Я как соска. Я как соска. Меня сосут и сосут. Все высосали. Везде отсосали уже. Я не знаю, ребят, у кого там какой материнский инстинкт, какой там возраст, я к этому числу не отношусь. Да Санька вон убежал куда-то, замерз, наверное. Так, что у нас здесь, наверное, надо перебазироваться, уже темнее здесь. Темнее, и тут комарики в жопе шарики. Ну, надо вонючку хотя бы тогда включить было. Я вот тоже так думаю, я уже сижу, у меня уже весь лоб изъели. Ну что, туда в дом пойдем? Пошли в дом. Ну давайте в дом собирать. Ну что, ребята, давайте мы будем собирать стол и пойдем в дом. Пойдем в бассейне купаться. Пойдем в бассейне купаться. Ну что, я всех вас люблю, целую. Желаю вам отличного вечера. Отличного вечера. Так что приезжайте на Турбазу Ассамблеи. Отдыхайте, да. Промокод Дьяволята. Обязательно так говорите, промокод Дьяволята, чтобы как бы понимали, что звонят от нас, так сказать, да, и сделали вам скидочку для приятного и действительно классного отдыха здесь. Поэтому, если вы приедете в Саратов, приезжайте на Турбазу. В котором мы сейчас. Я отвечаю, вы просто кайфанете по полной. Вот.
Но я надеюсь, мы завтра еще, наверное, продлим и еще останемся. Все. Давайте, ребята, всем хорошего вечера и, конечно же, отличного настроения. Пока-пока.